Люблю безобразничать. Доброе утро. Аллегория. Вы поймете потом, что я хотел сказать. Удивительное время, правда? Обострение ситуации, обострение здоровья, обострение всего. Людей рвет в клочья просто эмоций. Зашкаливает несправедливость. Снизу доверху. Снизу, в семье, близкие. Все вот так вот. Посередине, государство, планета. Несправедливость страшная просто, да? Людей заставляют быть животными. И никто ответственность не несет. А это высшая несправедливость, да? Где же силы света? Почему? Даже пальчиком не грозим. Попираются основополагающие законы. Уничтожается человек как таковой. И силы света на это смотрят. Правда? Вот такая где-то ситуация сегодня. Класс. Фантастически напряженное время. Когда вы допустили в своем теле язву, не обращали на нее внимания. Например, зуб у вас гнилой. Он начинает гнить. Вот такой флюс, куча гноя. Это надо чистить. Это больно. А ведь это мы с вами допустили. Такую историю. Это наших рук дело. Это история. И вот сейчас надо очищаться. И это неприятно. И больно. Очищать своих семьи. Вот сестры, братья летят кувырком, которые считают, что вы что-то им там задолжали. Что-то где-то несправедливо выиграли у них войну, которую они же и объявили. Да. Мамы, папы со своими претензиями, что кто-то кому-то что-то должен. Да. Уже одной могилой, одной ногой в могиле стоит, вот, а все к дитя своему лезет с завистью, агрессией, с претензией. Кто-то что-то кому-то должен. А? Псевдоучителя, с которых слетают маски. Не так, как я сам снял. А слетают по делам. Да, которые повыстраивали каналы от своих пациентов, учеников, да, и алча жрут их успех, финансы, да, красоту, здоровье и жируют на этом. Ай-яй-яй, дорогие психотерапевты, да. Ребята. С вас маски сдувают для того же. И потому, что наступает время ответственности. Все становится понятно думающим людям, работающим людям. Потому что пришло время отвечать за дела ваши. И покаяние наилучшее из путей к решению ваших теперешних вопросов. Покайтесь. Не надо бегать, хватать за рукава возможных ваших клиентов. Это даже уже не смешно. Ребят, вы не самые голодные на свете люди. Вам есть чем поделиться. Результат вашей работы, который вы выстраиваете, не каналы на отбор, на дойку, утреннюю, вечернюю и дневную должны выстраиваться. А помощь эффективная, которую вы, раз вы назвались груздем, полезая в кузов, обязаны
предоставить или проложить к этой помощи путь. Да, то вы кричите «ложь, ложь», а во лжи алчите, дорогие мои. Время называть имена пришло. Как пел в то время уважаемый мной Кинчев Костик Константин. Да. Тоже парнишка обожрался наркоты, алкоголя. Потом хоба православие, в лобешник крест ему впечатало. И все, и неинтересен стал его путь творчества. А до этого какие были тексты, какая красота была. Мощь, сила. Да. Но нету речи. Так вот, время тяжелое, время непростое, эмоциональное очень. И фокус в том, расслабьтесь и получайте удовольствие. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Но трудитесь неистово над собой. Ибо даже в православии для того, чтобы молиться за весь мир, надо было взять на себя схиму. Схимником надо было стать. Это не каждый имеет на это право. Но прет за судьбы многих. Каждая тварь молится, типа, ребята, с початку себе. Изначально себя исцелите, в чистоте страньте, возьмите на себя схиму и возалчите спасение человечества. Да. Не о мошне. Поэтому расставайтесь, друзья, с мороком, с иллюзией радостно. Пошел звоночек, разберитесь, о чем это, как это. Задайте вопросы, получите ответы. Включите мозги хотя бы для начала. Потом сердечко подтянется. Изрите в корень. Потому что с виду твердый, жесткий человек, неприятный вам, может быть исполненным чистейшей любви.